А в Мурманске в Международный женский день состоялась традиционная акция «Цветы для автоледи». Вот уже который год подряд сотрудники ГИБДД и авторадио радуют женщин-автолюбителей 8 марта, останавливая их на дороге и вручая цветы, а также подарки от организаторов акции и от партнеров. Девушки очень рады, конечно же, именно такой встрече с сотрудниками ГИБДД, потому что обычно они нервничают, когда их останавливают, да, начинают переживать все. А здесь такие приятности. Сотрудник в форме не с жезлом к ним подходит, а с букетом цветов. Кроме того, если мы видим и слышим, что в салоне авто играет авторадио, девушки дополнительно получают еще и билет на концерт. Поэтому для многих автоледи, которые 8 числа проезжали мимо площади «Пять углов», день точно наполнился яркими, сочными красками, благодаря такой весенней акции. Ну, очень приятно, сразу поднялось настроение. Ну, так было хорошее, потому что и муж нас уже цветами порадовал. Вот, у нас тут две дамы. Она очень нужны даме цветы, держи. Вот, нам и муж нас уже цветами порадовал, и подарками нас все уже порадовали, поэтому и погода у нас, смотрите, на севере, несмотря на то, что север уже очень хорошая и весенняя, поэтому прям очень приятно. Очень неожиданно, приятно, просто замечательно. Спасибо. Ну, я знала об этой акции, но не знала, что меня остановят, честно говоря. Вот. На концерт с кем планируете пойти? Ну, я вообще планирую, наверное, маме подарить билеты, чтобы она сходила со своей сестрой. А еще на дорогах Мурманска немало женщин-водителей общественного транспорта. Приятно. Здравствуйте, вам. Поздравляем вас с Международным женским днем 8 марта. С вами счастья, здоровья, всего самого хорошего, хороших вам пассажиров. Да, всего-всего вам самого. Спасибо большое. Подарок, весеннего настроения. Спасибо. Сборе цветов всего самого наилучшего. Я на самом деле всегда видела это по телевизору, эту акцию, и думаю, ну когда же я поеду на пяти углах? И сегодня так получилось, что я ездила на процедуры и решила вернуться здесь, заехать за тортиком, семью поздравить. Вот. И такое счастье. Боже мой, как приятно, на самом деле, очень спасибо. Красивые цветы, пакет с подарками, день прям удался. Неожиданно, очень приятно, поднимает настроение. Довершая, так скажем, приятные эмоции от праздника, от сегодняшнего дня. Партнерами акции выступили автохолдинг РРТ «Мурманск», интернет-магазин «Тысяча одна запчасть», суши-гурме, магазины аккумуляторов «Тандем СК», сеть цветочных салонов «Royal Flowers», а также магазин «Инструмент» на Свердлова 9.